Законопроект об индексации пенсии два раза в год 1 апреля и 1 октября принят парламентом в окончательном чтении. Согласно новому законодательству, индексация будет проводиться для всех пенсий, независимо от их размера. В то же время будет индексироваться и минимально гарантированный доход, используемый при определении программы социальной помощи. Таким образом, механизм индексации будет применяться ко всем социальным пособиям, включая капитализированные выплаты, пособия по ограничению возможностей, возникшему из-за несчастного случая на работе, а также ежемесячные денежные компенсации, которые устанавливаются участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Механизм предусматривает, что 1 апреля коэффициент индексации будет составлять инфляцию, зарегистрированную в последнем полугодии предыдущего года, а 1 апреля коэффициент индексации будет составлять инфляцию, зарегистрированную в первом полугодии текущего года. Также депутаты приняли в окончательном чтении законопроект, который предусматривает бесплатное предоставление медицинской страховки лицам, воспитывающим не менее 4 детей.